В Москве сегодня почтили память сотрудников МИДа, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны, а также жертв политических репрессий. Церемония в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечают 10 февраля, прошла в здании Министерства на Смоленской площади. Участие в ней принял Сергей Лавров. К мемориальным доскам с фамилиями погибших возложили венки. Эта традиция, как отметил глава ведомства, является одной из ключевых для обеспечения преемственности на дипломатической службе. Сегодня нет нужды говорить о том, насколько непросто складывается ситуация в мире, насколько в сложных условиях нам приходится работать. И хотел бы отметить, что подавляющее большинство наших дипломатов делает это с честью. И мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы реализовывать внешний политический курс Российской Федерации, который определен президентом Путиным, и который, если отбросить попытки дискредитировать Россию ради самой дискредитации, встречают очень позитивное отношение в большинстве стран мира.